Я услышала, они начали кричать, этот Сережа кричит и говорит, помогите, помогите. Побежали, позвали скорую, скорая приехала. И это врачи подавали ему уколы. И всех поодиночку сразу отправили в Селидово. Быстро. А потом это третьего и четвертого, самый последний не это. Залез, не пускал врач туда, потому что там газа было много. Залез в этот солдат, обвязали его в рот шлангу поливальную и нос за этот прищепкой. Жители населенного пункта Первомайское самостоятельно решили прочистить канализационный люк. Спустившись вниз, все четверо гражданина были отравлены токсичными газами. Увидевши это, командир батальона позывной «Дельта» со своим личным составом провели ряд работы по эвакуации данных гражданин Украины. Это спасали, это просто меня все так перед глазами, мне прям, я, если бы не они, даже и вот в реанимации мы вчера были, наши мужья еще были, нашим мужьям было вот хуже. Вот достали его первого. Двое. Да, ему он больше всех потом, мой муж поглотил. И сами реаниматоры достали, сказали, если бы Сергея, ваши вот эти оперативно не сработали и не привезли, как они скорую за скорой гнали, то им, они уже, мы вчера 4 гроба у нас были. Ой, живые. Это было. Чудо просто. Чудо. Они сделали чудо, эти солдаты, вот эти все наши. И очень большое спасибо.